Всем привет! Пришла мне посылочка, достаточно большая, тяжелая. Вес у нее 2 килограмма 321 грамм, стоимость почти, ну, 75 долларов. Это у нас Soundbox. Это колонка от Xiaomi. Вот так вот запаковано. Просто пакет. Добралась быстро транспортной компании. Доставка, по-моему, тоже была стоимостью около 10 долларов. То есть получается 85 долларов где-то так обошлась она мне. Сейчас я ее распакую, потестирую и уже потом сделаю отдельный обзор. А кому какие вопросы интересны будут, задавайте, чтобы уже знал, что обзоры на нее есть. Но то, что я хотел, я как бы в обзоре не услышал. По плану мне хотелось бы подключить кабелем к компьютеру ее, а по Bluetooth подключить или к телефону, но скорее всего музыкальному плееру Hi-Fi Xeo X1 второго поколения. Ну, здесь вот такая у нас информация. Здесь все на китайском, в принципе. Здесь можно интернет-радио, но пока вроде как тоже, что на русском там ничего нету. Здесь Wi-Fi, Bluetooth, 8 гигабайт, USB 2.0 и микрофон имеется. Здесь серверы какие есть. Коробка очень жесткая, так что максимум, что помнется, это вот коробочка. Колонка не пострадает. Здесь также инструкция. Здесь, получается, у нас нету аккумулятора, только питание от сети. Ну, здесь тоже Bluetooth какой, Wi-Fi. Надо будет тестировать. 2 по 10 ватт, в общем, написано. Сама колонка и кабель. Кабель у нас... Здесь, наверное, больше ничего нету. Кабель китайский. И здесь у нас обычный разъемчик. То есть, если есть где-то от аппаратуры вот такой кабель, то он, скорее всего, подойдет. Так что здесь у нас несколько кнопочек. 4. Громкость, перемотка, включение, play. И вот эта кнопка. Надо будет проверять, что она значит. И здесь у нас 3,5 мм AUX. USB и питание. Больше ничего нету. Матовый пластик. Да, простой технике подходит, все хорошо. Попробовать включить. Ну, так что, если будут вопросы, давайте я потом, наверное, обзорчик сниму, как у меня получилось подключить к двум сразу устройствам. И получилось ли вообще. Ну, тяжелая, 2 килограмма, но коробка-то поменьше. Взвешу отдельно, сколько это весит. Так что спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.